Всем сердцем, всей душой. Пусть не понимают, пусть смеются надо мной. Я люблю тебя, Иисус, Господь и пастырь мой. Ты открыл мне жизнь, Иисус, дал мир и дал покой. Я поклонюсь на святой горе. Тебе я поклонюсь на святой горе. Веди меня, Господь, восхождение. До тебе начав имя. І серце лине беззупинно в чудовий твій небесний храм. Боже, я молю за Україну, Боже, молю тебе за людей. Тих прости, тих спаси, і милість свою нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами в храмі своєму під небеса. Радість і мир ти дарував, життя за людей віддав, книгу життя нас записав. Дай нам пам'яті, Господи, і напомни кожному із нас, скільки ти зробив для для каждого из нас в нашей жизни, Господи, сколько Ты простил нам, Господь, сколько мы каждое утро благодарим Тебя за все, за каждый кусок хлеба, Господи, за мир, за семью, за детей, Господи, за братьев, сестер, за работу, Господь, за, возможно, еще не до конца все это ценю. Просим Тебя, Господь, исполни Твою волю, Господь, покажи нам Твои пути, Твои мысли, Господь. Пребывай вместе с нами здесь, Господь. Место называется Исаия, 5 глава, притча о винограднике. С первого стиха. Давай. Зачитаю. «Воспою возлюбленному моему песни возлюбленного моего». А виноградник у моего был виноградник на вершине Уточненной горы. Уточненная гора, я так понимаю, это какое-то особенное место. Самое лучшее, наверное. И он обнес его оградою и очистил его от камней. И насадил в нем отборные виноградные лозы. И построил башню посреди его. И выкопал в нем точило. И ожидал, что он принесет добрые грозди, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозди, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его. Да, вот классика. Вот реально ситуация. Я наблюдаю в судах. А ты что, знаешь? Вот такая как бы важная тема. Выступление, наказание. Почему, как бы, ну, и особенно меня как-то эта тема сильно касается. Сильно касается, и я реально вижу вот действия людей, жизнь людей, их действия, последствия и наказания. Угу. И вот такая как последовательность, она регулярна, месяц за месяцем, дело за делом, она повторяется. Украл, выпил в тюрьму. Да, четко. И вот, вот последнее заседание было, предпоследнее, буквально вот несколько дней назад. И был перерыв как бы между частями судебного процесса, скажу, назову так вот. И мы сидели просто без судьи, судья вышла, там какую-то ухвалу там очередную выносить там. И мы сидим и размышляем. Ну и простите, кто? Ну, там,
значит, конвой с подзащитным, потом прокурор, адвокат я, потом помощник судьи, потом еще система. Там какой-то, да, еще какие-то был народ. Если бы не было преступников, то вы бы остались без работы. И вот мы сидим и размышляем. И как бы, знаешь, вот подзащитный, ну, единожды уже судим был. И находился на этом сроке испытательном, УДО называется, условно-досрочное освобождение. То есть его как бы не... Его осудили, но... Не дали посадили. Как бы, да, дали условно. Говорят, что как бы она, ну, начала... Ну, ей стало как бы тоскливо. Ты его рассказывал, она говорит, слушай, ну скажи, а мог ли ты в своей жизни, такой вопрос задает, и меня аж коснулся он. А мог ли ты что-то хорошее для, ну, сделать что-то для этого мира? Мог ли ты сделать что-то больше, что ты делаешь, что ты сделал? Вот то, что ты рассказал, допустим, это первая ступень. А мог ты пойти как вот обычные нормальные люди? Там, вторую ступень, третью, четвертую и так далее. А что бы ты еще мог сделать? И меня как бы, как будто, знаете, громом пробивает, это же слова Исаии. В смысле, что хорошего сделать, да? Да, это же слова Исаии. Когда он спрашивает в этом месте, да, мы читали. Я вам создал все условия, типа, что для хорошего жизни. Что еще бы сделать для виноградника? Угу. Да. Чего я не сделал ему? То есть создал хорошие условия, да, для того, чтобы они жили и творили как... добрые дела. Да. И вот через эту ситуацию Бог меня касается, вот через слова прокурора. Да. Что ты вообще как бы, ну, хорошего сделал? Тебе дали жизнь, она так и говорит, прикинь, тебе дали жизнь. Ты не вырос на улице бомжом, сиротой, у тебя были мама, там, пускай без папы, да? У тебя был дом, у тебя была возможность. То есть она от хорошего отталкивается, да, то, что было у него хорошее. Да, у тебя была возможность выбирать компанию. А он от плохого. У тебя была возможность ходить на работу, у тебя была возможность... А, женился. Даже ребенка зовет. Вот. У тебя были вот, что Бог каждому дает на самом деле очень хорошие условия. Возможность. Возможности. Да? Условия, где мы можем жить. Да. Более того, людей верующих, Бог еще и благословляет, что-то особенное дает им, как для верующих. Мне так кажется, я так думаю. Призванным по его изволению все содействует ко благу. И вот вопрос. Ну, вот какие плоды мы даем? Что мы плодим в своей жизни? Угу. Или можем ли что-то мы больше сделать? Колючки. Я как бы, для меня вопрос такой задался. А могу ли я что-то больше делать в своей жизни? Ну вот дал мне Господь, дали, допустим, вот мы родители дали своим детям, в принципе, вот там все необходимое, да? И они, допустим, что-то там вот, ну, взамен делают там, помогают нам там, учебу там, в школу ходят, там, учатся и так далее. И вот, а что больше можно сделать? Это что, предел? Неужели я не могу сделать что-то больше?